Более 500 кубанских педагогов подали заявки на участие в акции ОГЭ по химии для учителей. В их числе было немало педагогов из школ нашего муниципалитета. Съемочная группа программы «События» побывала в 18-й средней школе, где был организован пункт проведения этой важной акции. Учитель – это профессия, которая требует получения новых знаний и навыков. Иными словами, чтобы хорошо преподавать свой предмет, современным учителям самим приходится учиться. Процедура сдачи ОГЭ полностью соответствовала государственной итоговой аттестации, которую проходят девятиклассники. В этом большой плюс этого мероприятия. Экзамен по химии в этом году планируется ввести по новой форме – применением эксперимента. Мы так еще не проводили. И поэтому для того, чтобы учителя прочувствовали, поняли процедуру вот эксперимента, познакомились со структурой контрольно-измерительных материалов 2020 года, ну, с заполнением бланков ответов, поэтому эта акция проводится. Передовой опыт, которым готовы поделиться самые квалифицированные педагоги, никому лишним не будет. Это прекрасно понимают славянские учителя, принявшие участие в акции. Опытные учителя будут и выполнять функцию экспертов. Они сначала объяснят, как это все будет проходить, научат их, а потом они попробуют это на своем опыте. У нас выбрали очень много идти химию, 101 человек на сегодняшний день. Поэтому, чтобы ребята не волновались, чтобы учителя не волновались, сняли эту психологическую напряженность, это проводится акция «Настроить на позитив и детей, и учителей». Опытный учитель Наталья Киселева имеет всю необходимую информацию, чтобы проконсультировать своих коллег по актуальным вопросам сдачи предстоящего экзамена. Для нас это тоже новое, как и для детей. Поэтому сегодня мы сначала сами научимся проводить практическую часть, сами разберемся, как это все, чтобы потом детям можно было объяснить, рассказать и на деле показать, как это все будет на настоящем экзамене. Учителя на практике, познакомившись с процедурой проведения основного государственного экзамена по химии с выполнением реального химического эксперимента, смогут снять психологическую напряженность, что поможет им провести будущий экзамен спокойно в атмосфере открытости и прозрачности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».